Да ничего. Идет. Ой. Ребята, очки. Скорее, ребята, где же? Хорошо. Положи сюда. Быстрее. Ребята. Нина. 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 Ты не воображай, что мы без тебя постились. Прошу внимания. Тост. Слово Толику. Дорогой Саша, за твои успехи. Что сказал поэт? Не мальчик ты, но муж. Был первым футболистом в школе. И вот, кого вырос. Врач, хирург. Добился своего. Добился. Саша. За твою профессию. Давай. За тебя. Ну дай я тебя поцелую. И еще раз за именинника. За исполнение его желаний. Правильно. Что ты имела в виду, когда произносила тост? Об исполнении желаний. Чего бы ты хотела? Трехкомнатную квартиру, дачу у теплого моря или Волгу? Ну, для меня это не предел мечтаний. Я бы хотела быть счастливой. Постараюсь, чтобы Александр был счастлив. Хотела бы, чтобы его диссертация стала явлением в науке. Вот ты какая. Ну, почему ты не хочешь сама защитить диссертацию? Сама стать знаменитым ученым? Почему ты говоришь непрерывно о нем? Наверное, потому что я его жена. Ну почему же тогда, Нина, ты не станешь только его женой? Рожай детей, готовь ему обед. Мне кажется, что ты издеваешься над этим, а для меня главная семья. Я хочу иметь еще двух детей. Сына и дочь. Ну, скажи мне, пожалуйста, Верочка, разве это не почетно построить большую семью? А если он бросит тебя? Не сейчас, а потом. Когда семья будет большой. Начинать сначала. На другом месте.
Я ему верю. Нинка, ты такая упрямая. Нина! Ты к Маришке ездила? Ездила. Ну, как ничего, она? Все в порядке. Правда, вечера прохладные, не простудилась бы. Позавидуешь человек. Живет на даче, дышит свежим воздухом, красота. Ты когда уезжал, рев был? Да, она не думала, а я ревела. Все правильно. Спасибо. Да, кстати. Поздравляю тебя с днем моего рождения. Спасибо. Ты что же за себя не осушил? Сейчас, сейчас. Ах, Сашка, Сашка. Ой, люблю я тебя в белом халате. Вот, врач, как благородно, прийти на помощь по первому зову страждущий. Щегуся. Щегуся. Ну, ладно. Старик, прости. Ты запаздываешь. Поздравляю. Поздравляю. Привет, привет. Спасибо. Алло. Да, Лидочка, это я. Так. А диагноз? Как, уже в операционной? Хорошо. Еду. Еду. Прошу пардона. Вызывают на операцию. Ну что, кроме тебя некому встать к столу, что ли? Персонально меня. Шеф велел. Самостоятельно. Так, твоя любимая язва. Обожаемая. Самостоятельно. Вы тут веселитесь, развлекайте гостей, я скоро. Самостоятельно. Ну вот тебе. Ну что это? Да это же прекрасно. У него сегодня двойной праздник. День рождения и первый вклад в диссертации. Пойдем. Держите крючки крепче, Александр Николаевич. Видите, что здесь происходит? Потому и сам взялся, не обессудьте. Все в спайках, в сращениях, не язва, черт знает что, как зажим. Не тот, длиннее. Я понимаю вас, Александр Николаевич. Вы уже сложившийся опытный хирург, и вы выросли до самых сложных операций. Сегодня ваш случай, по теме вашей диссертации. Но и вы поймите меня, Галя, будьте внимательней. Да, и вы поймите меня, вскрыл брюшную полость и увидел, нельзя медлить. Пришлось начать без вас. Тупфер, быстрее. Да, но у меня такого случая еще не было. Могу вас обрадовать, Александр Николаевич. У вас отпуск с 15-го. Вернетесь, поговорим о выбранной вами стезе. 3 года назад был путь, теперь стезя. Прогресс. До свидания. Что отрезал? Шеф, как всегда, великолепно. Виртуоз, маг. Ну, а что ты удивляешься? Ты читай его последнюю статью.
Мы у него там в первых учениках ходим. Первые ученики. Лучшие годы жизни. Пора главных свершений. Как мальчишка бежишь в клинику. Самостоятельная операция, наконец-то. Ну вот, опять тебя самоанализ заел. Напрасно. К себе нужно относиться с уважением. Я бы даже сказал, с любовью. Мне нужен материал для диссертации не из вторых рук. Я хочу добыть его сам. Ну, что суетиться, старик? Ну, столетием раньше, столетием позже. Отдохнуть тебе надо, старик. Вот-вот. Как раз шеф с 15-го и в отпуск отправляет. Ну, вот прекрасно. Поезжай, отдохни. Давай путевку достанем. В какой санаторий хочешь? Пицунда, Сочи, какая Гагра, Пятигорск. Какие Пицунды? Старик, вот что тебе нужно. Ты садишься в мягкий вагон. И через несколько часов ты на станции Алабова. А там автобусом до Стрельцов. Что такое Стрельцы? Это же моя родная деревня. А там подруга матери, тетя Сима. Одна как перст. Рыбку поводишь, старик. Ну я ж тебя знаю, тебя же танком от удочки ты не оттянешь. Как дела, бригадир? Да вот, щедрёк утра. Здрасте. Надо, Петр. Косюк тут не пустишь, сам видишь. Для мужиков, Иваныч, косьба праздник. Это хорошо сказал. Эх, тряхнуть стариной, что ли. Вот это правильно. Ну-ка, дай-ка. Иванычу плохо. Что с тобой, Матвей? Нехорошо тебе. Ой, ой, да вот ведь. Чуть под косу не попал. Смотри, какой махонький, а. Мать, наверное, ждал. Дрожит кроха. Обиду почуял. Да, жалко его. Отпустить бы надо, отпусти, а. Пропадет. Не пропадет. Его любая зайчих накормит. У них у зайцев закур. Дети общие. Ну, точно я тебе говорю. Да, ну да, ты прямо... Не верю. Я не знаю. Хороший закон. Так вот, давайте-ка мы это место обойдем. Значит, да, есть мужики, нас... зайцы в наших краях. Да пока еще есть. Не всех перевели, а? Нравится. Так вы под ноги-то смотрите. Может, он не один тут серый?
Брат, ладно, осторожнее. Ну, хорошо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. Значит, Александр, друг нашего Володьки. Угу. Ну, давай знакомиться. Гущин, председатель колхоза. Заливается. Давно за бок держитесь? А. Я вчера на овсах был. И представь, за такой птахой ястреб погнался. А жаворонок камнем с высоты и мне под ноги в траву. У человека от хищника защиты ищет. Старики говорят, в наших краях зверья было тьмы, тьмы. Да и рыбка была, говорят. Не собирается к нам Володя? Как он там, не женился? Володька? Да. Не торопится. Пора ему, загулялся. А по работе как? Один из лучших хирургов клиники. О, дочка моя. Александр Николаевич! Александр Николаевич! Александр Николаевич, я за вами, Трофим Петрович прислал. Что случилось? Может, подвезти? Да нет, вы вот так побежали напрямую, скорее. Иди, Саша, иди. Да я ведь... Зубцов просил, значит, надо. Скорее, Александр Николаевич! Не пущу, не дам. Мой ребенок. Пойми, Татьяна, погубишь ты его. И я погублю. Я погублю. Александр Николаевич. У ребенка тяжелое состояние. А Татьяна не пускает. Хочет его в город везти. Не знает, что делать. Разрешите? Не пущу, не дам. Илья, что ты смотришь, скажи, а вам бы только резать его. Прекратите истерику, сядьте. Сядьте и успокойтесь. Как вам не стыдно не пускать врачей к больному? Варварство какое-то. Успокойте ее. Пойдемте. Ну, че ревешь? Как тебя зовут? Коля. Коля. Сколько тебе лет? 5,5. Так. 5,5. Давай посмотрим, Коля. Давай-ка ножки вот так вот сделаем. Вот так, вот так вот. Коля, Коля, Николай, сиди дома, не гуляй. Сейчас мы посмотрим тебя немного. Так. Так. У тебя собака есть? Две. Две? Да. Как их зовут? Рекс и Тишка. Ой. Аппендицит. И, вероятно, перфоративный. Чем он болел? Скарлатина. Да. Свинка. Оперировать надо. И немедленно. Нет. Нет, я не могу. Вы кем работаете? Заведующей фермой. Вы за свою работу отвечаете? Отвечаю. А мы отвечаем за свою. Все будет хорошо. Ну, Коля, поехали. Минутку. Вот так вот. Помогите мне. Вот так. От слез ранние морщины. Это как врач говорю. Трофим Петрович. Все будет хорошо. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Пойдет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Зажим. Сушить. Зажим. Сушить. Еще сушить. Зажим. Не то, короче. Как он там? Иглу.
Спасибо. Спасибо. Трофим Петрович. Все хорошо, Татьяна. Благодарите его. Сопит в обе сопелки. Идите, завтра можете его навестить. Спасибо. Ой, извините, Трофим Петрович. Спасибо. Татьяна, ты испугалась. Все хорошо. Бывает. Все хорошо сделаем. Зайдем ко мне, по-холостяцки чайку выпьем. Охотно. Прошу. Везучего, Александр Николаевич, прям с корабля на бал. Одно мне непонятно в этой истории с Ершовыми. Поведение Татьяны. Да. Видите ли, 2 года тому назад чуть не умерла ее младшая дочка, Катенька. Ну, тоже аппендицит, и тоже Татьяна его страшно запустила. Ну, знаете, как у крестьян, самому пройдет. Угу. Ну, вот она нас с вами и не пускала. Угу. Тигр. А вы вели себя очень хорошо. Ну, просто педиатр, терапевт, психиатр. Оперировали отлично. Спасибо, спасибо, Трофим Петрович. Ну, а если бы не я, кто бы оперировал? Ну, я сам бы оперировал. Но вы же терапевт, а не хирург. Терапевт. Нужно иметь, я не говорю уж юридическое, моральное право. Садитесь. Мы работаем вместе с вами. Нет, представьте себе, что мы работаем вместе с вами. Вот. Ну, сегодня я куда-то уехал, скажем. И сегодня же привезли тяжелого терапевтического больного. Ему нужна срочная помощь, иначе он умрет. Так что, будете раздумывать по поводу морального права или окажете ему помощь? Нет, я, конечно, окажу помощь, но это случай исключительный. Здесь случай повседневный. Мы в институте проходили терапию, но я бы не рискнул. Вы знаете, здесь для вас отличная практика, Александр Николаевич. Огромнейший район. Садитесь на велосипед и прямо по вызову, а? Ведь я здесь один, совсем один. Значит, Катеньку Ершову тоже оперировали вы? Катеньку Ершову тоже оперировал я. Я вижу ваше недоумение. Вы просто не знаете, что такое сельский врач. Ведь это универсал. В нашей семье существовала традиция идти в народ к людям, вооружившись знаниями, конечно, для того, чтобы быть полезным людям. Вот. Это мой дед. 100 лет тому назад пришел сюда. В грязь, в неустройство. Вот он как, вот он. На 300 верст кругом, не то что врача. Фельдшера нет, вы понимаете? Представьте себе. Дворянин порвался отцом. Пришел сюда. Женился на крестьянке. А вот это мой отец. Вот он, вот он. Он земский врач. Угу. А вот это я. Еще до поступления в университет. И вот это я. И это я. Уй, самовар, самовар, самовар. А это кто? Какое необычное лицо. А, простите. Ничего, ничего. Это моя жена. Она давно уж умерла. Ну, сейчас будем пить чай. Тебе одной все лучшие желания, тебе одной мечты мои. Я знаю эту песню. Да? Да, и люблю. Ну, я тоже ее очень люблю. Отличная песня, отличная. Ой, там на столе подносик, пожалуйста, быстренько, быстренько. Она вот поется так. Вот, вот. Тебе одной. Не-не-не-не, не так, не так. Тебе одно. А вниз. Тебе одно. И не надо так тянуть, не, не надо, не надо. Тебе одно. Тебе одно. Все лучшие желания. Все лучшие желания. Тебе одно. Тебе одно. Мечты мои. Я сказала, мои. Тебе одно. Мои признания. Тебе одно. Тебе одно. Тебе одно. Как же быть, как быть? Запретить себе тебя любить не могу. Я это сделать не могу. Лучше мне. Смотри,
Николаевич! Александр Николаевич, как вы сегодня, отремали прям кружева? Спасибо, Тамара, спасибо. Том! Вот репей же, который часто так околачивается. Том, ну поди сюда, сказать надо. Ой, какой вы необыкновенный. Сестра! Ну надо же, поговорить с человеком не дадут. Говорят, что некрасиво, некрасиво, некрасиво отбивать девчонок у друзей. Смотри, Димка, у тебя серьезный соперник объявился. Ничего, Димка с ним найдет общий язык. Эй, ты, постой. Поговорить надо. Мы же с тобой в разных весовых категориях. Не бойся, Димка, мы здесь. Да вы что? Да вы что, хулиганить? Мне не стыдно. Распустились, а ну пошли Том, отсюда. Да ты что? Том, ведь мы так не поговорим. Не вздумай ко мне больше подходить. Пойдемте, Александр Николаевич, не обращайте на них внимания. Том, а Том, Том. Ого, мне бы такую дачу. Не выйдет, это отец для механизаторов, прошибся, построил. Щедрый ваш отец. Ну не скажите, точный расчет. Навек механизатор в колхозе, а кто из таких домов-то едет? Стратегия. А вот этот свеженький Димка Петров сватается ко мне. А что, симпатичный. Только уж больно он агрессивный. Это он от ревности. И вообще, мне некогда чепухой заниматься. Я в медицинской готовлюсь. Куда? Здравствуйте. Вы мне поможете? Если вспомню, каким же врачом вы собираетесь стать? Хирургом, как и вы. И чтобы делать сложные операции, например, на сердце. У нас-то ведь такую не сделаешь. А в городской клинике там же все по последнему слову, да? Ох, как же. Электроника в ваших руках, кибернетика вам служит. Понимаю. Я только глазами поведу, и у меня в руке уже нужный инструмент. Конечно. Ассистенты тут как тут. Все с высшим образованием. Всегда предупреждают любое движение. По 10 лет баклуши бьют. Вы все шутите. Да, чтобы стать таким хирургом, надо всю себя до конца. День и ночь. Точно. И день, и ночь. И никакой личной жизни. Никакой. Вот. И тут перед нами встает трагический вопрос. Что нам делать с Димкой? Что? А что, Димка? Димка за мной на край света пойдет. Да? А как же? Что? О, не отвяжется. Ну что ж, Тамара. Идите, раз человеку так хочется поговорить. Угу. И вам отдохнуть надо. А ты любви моей не понял. И напрасно, и напрасно. Она, как радуга над полем, засветилась и погасла. Позови, не откликнется, привыкай. Не привыкнется любовь, как радуга над полем. Пахнет звездами и дождем, любовь, как радуга над полем, пахнет звездами и дождем. А я была совсем другой, ну и ладно, ну и ладно. Сама за радугой дугою побежала безоглядно, высока. Не дотянешься, побежишь и обманешься. Любовь, как радуга над полем, пахнет звездами и дождем. Любовь, как радуга над полем, пахнет звездами и дождем. Но дни мои не от того ли, друг на друга не похожи. Что есть и радуга над полем, и любовь приходит все же. Верь в нее, если верится свежий снег, и верится любовь.
как радуга над полем, пахнет звездами и дождем. Любовь, как радуга над полем, пахнет звездами и дождем. Моя березка вместе со мной выросла. Вот будет наша свадьба, мы ее лентами нарядим. А то придем и ночью свечи на ней зажжем. Не хочу я никакой свадьбы. Что ты мне нашла? Что? Ничего. Я, наверное, потеряла что-то. Я для тебя все. Все, что ты хочешь, ты только скажи, я все для тебя. Глупенький ты, зеленочек, ты бестолковый. Ну что ты? Ты скажи. Любишь? Любишь? Да. Ребята, приготовились? Начинаем утреннюю зарядку. Больно, Терентий Макарович. Ты только не бойся. Здравствуйте. Мама. Добрый день. Ну, как вам Клавдия? Такой обходительный. А пальчики-то у них холодные. Можно я? Болит очень. Радикюль у меня. Радикюль. А, я опосля. Опосля я. Что ты, богу, Терентий? Терентий, проходи. Проходи, не стесняйся. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Садись, садись. Ну, что у вас? Радикюль. Эван сыростью прострелила. Радикулит, значит? Он самый. Раздевайтесь. Рубашку поднимите. Осядка ему не едет. Вот приедет, письме прописал. Растирку привезет. Так, больно? Больно, больно, больно. У меня сквозь больно и по всей спине хрумтит. Хрумтит? Нагнитесь. Нагнись еще. Вот так. Васятка-то мой приедет, а я в три погибели. Неудобно как-то. Здесь больно? Где больно? Вот здесь. А, больно, больно, больно. А здесь? Здесь больно, насквозь больно. Скрозь больно? Mm-hmm. Одевайтесь. Странно, но, по-моему, у вас нет радикулита. Как нет? Вот те раз. Обязательно должен быть. Обязательно. У меня каждую ночь все ломит, ломит. Вот, а Васятка вот-вот должен приехать. Какие лекарства принимаете? Вообще, чем лечитесь? Вообще-то, Александр Игоревич, выпишите ему снотворное. Сон – самое лучшее средство от всякой хвори. Выпишите. Ночью плохо спишь, тревожно. Да, таблеточку примешь и будешь хорошо спать. Одну? Да. Прошу. Благодарствую. До свидания, приходите. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Извините. До свидания. По одной? По одной. Тамара, через часок забеги в процедурную, это там Вера с ног сбилась. До свидания. До свидания. Какой любопытный старик. Вы устали, наверное? Нет. Есть хотите? Бабка ватрушки напекла, еще теплые. Да нет, спасибо. А я вас вчера на речке видела. Да, хорошо на зорьке порыбачить. Что ж, не подошла? А я рыбу испугать боялась, я шумная. Шумная? Зови следующую.
Александра, Саша. А, Шумная, привет. Пришла все-таки. А я вам ватрушки принесла, горячее молоко. Пейте. На здоровье. Тамара, давай серьезно. Зачем ты ходишь за мной по пятам? Неудобно, ей-богу. Я вам совсем-совсем не нравлюсь. Шла бы ты лучше к своему Димке, а? Вот вы приехали, и вся моя жизнь спуталась. Вы только не думайте, что я в вас влюбилась. Я никого не люблю, понятно? Понятно, понятно. Мне просто кажется, что я не так живу. Что пропущу все самое лучшее, интересное. Даже учиться расхотелось. Саша, а если мы полюбим друг друга? Вы на мне женитесь? Ты соображаешь, что ты говоришь? А что? Вы бы у нас хирургом, моя домохозяйка образцовой. Тома, я женат, у меня семья. Саша, милый, ну что? Господи, да мало ли кто из людей женится просто так неудачно, по молодости, по глупости, Саш. Я в эти игры не играю, девочка. Лучше бы вы к нам не приезжали. Подглядывал, шпион несчастный. Не сердись, Том. По пятам моим ходишь. Да не нужна ты ему. Иди молча. А что, Саша, с нами? Да, ну и отпуск у него получается. Идем. Идем. Пойдем к деду Терентию. А, простите. К Ридикюлю? Пойдемте. А что, райздрав насчет Альса Николаевича? Возражать не будет? С райздравом я договорюсь. Здравствуйте, Терентий Макарович. Ну, здравствуй, Терентий Макарович. Здрасте, Трофим Петрович. Ты что же это, а? А что? 3 дня как залег, а не сообщаешь. Так совсем телов нет, Петрович. До ветру сходить. Телов нету. А кто ж тебе еду-то и готовит? Соседи. А. Девчонка ихняя Нюрка приносит. Только она боится ко мне заходить. Чего ж боится? Домового моего боится. Я ей рассказал, что с ним в карты играю. Он мне мохнатенькой ручкой даму, а я ее пиковым тузом хлоп, она и боится. Маленькая она еще, Нюрка. Александр Николаевич. Ну что ж, лечить тебя будем, Терентий Макарович. А что лечить? Лечить хорошо. Мы с председателем решили тебя в новую больницу положить. Ага. Там будут за тобой ухаживать. Кормить тебя будут по медицине. Нет, ты погодь, Трофим Петрович. Как в больницу? А Васятка приедет. Заглянет в избу, а меня нет. А где искать? На медне отписал. Скоро приедет. Вот тут письмо где-то я. Постой-ка. Стерял. Где? От Васятки. Письмо. Да. От чего ты его лечить будешь? От старости? Верно, Матвей, верно. Его бы хорошо в какой-нибудь пансионат устроить. Пожил бы он там по-человечески, хоть перед смертью. Я до правления дойду. Позвоню. Пусть машину пришлют. Поразительно. Что? Поразительно, дед Терентий похож на этой фотографии на моего отца. Отец в 43-м году погиб. На Курской дуге.
Мне непонятно поведение сына деда Терентия. Василий, кажется, как можно? Отец в таком положении не приехать. А у него нет сына. Как нет? У него было 5 сыновей. И никто из них не вернулся домой после войны. А в 45-м году весной он получил последнюю похоронную. Вот на этого, Васятку. Это его младший. А через неделю письмо от него. Вот так почта сработала. Он пишет: «Батя, жди меня, я обязательно приеду. Побереги себя, да ты помрешь, и мы с тобой не увидимся». Ну вот, с тех пор он и ждет. И верит, что сын к нему приедет. Ну и счастлив по-своему. Невероятно. Старики, старики, старики. Вот если меня спросили, каким должно быть гармоническое общество, я бы сказал, что это общество должно быть таким, когда в нем счастливы дети и старики. Ну вот, Саша, наш больничный комплекс. До половины, считай, готов. Санаторий только отделка осталась. А больницу через пару месяцев закончим. Хотел посмотреть, прошу. А потом, как обещал, охота. Здравствуй. Здравствуйте. Александр Николаевич. Вот, проект больницы. Межколхозный. На паях. Предмет спора. А, интересно. Посмотрим. А, Гущин так и не угомонится, пока кого-нибудь не подстрелит. Так он остывает после спора с вами. Я не знал, что вы такой горячий. Горячий, тут любой взбесится. Строить сегодня больничный комплекс по такому дедовскому проекту, это же... Я получил из Москвы отличный современный проект. Ну? Несколько дороже. Так он смотреть не захотел. Мы с ним смертельно поругались. Сбросить бы мне лет 15. Трофим Петрович... А кто за дедом Ридикюлем ухаживает зимой? Дрова колет и... Соседи, конечно. Я вот говорил, его бы устроить в пансионат какой-нибудь. Вот бы его в Гущинский санаторий поместить. И вообще, Трофим Петрович, санаторий для ветеранов колхозного труда, а? Гущин на это не пойдет. Ему санаторий нужен для того, чтобы оздоравливать трактористов, доярок, комбайнеров, зоотехников. Ну, знаете, есть инстанции и повыше Гущина. Так для этого в район, в область ехать надо. А я здесь один. На охоте главное терпение. Дуплетом у самого берега. Ну и вид у вас. Генералы на военном совете. О чем речь?
Хороший санаторий у вас, Матвей Иванович, просто отличный. И на том спасибо, хороший знаю. И что дальше? А дальше идея есть. Поместить в этот санаторий Редикюля и других стариков, кто нуждается. Идея простая. Санаторий для ветеранов колхозного труда. Один думал или вместе? Вместе. Нет, мои дорогие медики. Мне санаторий нужен, чтобы ремонтировать механизаторов. Ты о людях, как о машинах, или о поголовье скота. Ну, к словам нечего придираться. Механизаторов и доярок можно и в санаторий на Черное море послать. А старики, Матвей Иванович, они с печи-то еле слезают. 300 тысяч из бюджета, а в каков? Лихо ты, парень, чужими денежками-то бросаешься. А ты знаешь, как люди рублики-то эти зарабатывают? Довольно кричать. Давай спокойно подумаем. А чего тут думать? Да деньги-то не твои, а народные. Вот ты спроси у народа. А в стариках, кстати сказать, мы с тобой тоже старики. В стариках наше прошлое. Вот ты оглянись на наше прошлое. Зачем оглядываться? Некогда мне назад оглядываться. Дел много. Успеть бы. А вот Редикюли в новую больницу, пожалуйста. Новая больница. В новой больнице нет хирургического отделения. Это не просто бесхозяйственность. Хуже. Каменный век. Вы хоть со специалистами-то посоветовались? Я больше всего со своим карманом советуюсь. Подсовывали мне всякую модернягу. Я на этом проекте 100 тысяч экономлю, а мне новый коровник закладывать. Вот ты коровник паркетом выстели. Если потребуется, и выстелю. Такие больницы не то что строить. Их ломать надо, где еще есть. Ну да, я тебя сломаю. Бездарная трата денег. Я бы на месте Трофима Петровича... А ты вот что. Ты, Саш, давай к нам. Нравишься ты мне, не скрою. Хваткой своей нравишься. А в отношении хирургического отделения давай вместе подумаем. Выбью в раздраве новое оборудование, и будет тебе хирургическое отделение и жилье. Обещаю новый дом с удобствами. Видел? Дома механизаторов. Ну, идет. Что у него с желудком? С желудком? Полгода назад был консилиум, предположили самое худшее. Но он категорически отказался от операции. Вот и спешит, спешит жить. У вас сохранились анализы, снимки? Да, сохранить. Ну, так как, Саша, о больнице потолкуем? И вообще, вернемся к нашему разговору? Вернемся. И к разговору о санатории для стариков тоже вернемся. День добрый. Здравствуйте. Что случилось? Ничего. Что-нибудь с Маришкой? Нет, все хорошо. Как поживает наш сельский врач? Ну вот что значит любящая жена. Хочу, говорит, видите, точка, и вот мы здесь. Привет. Здорово, здорово. Да, наслышан о твоей бурной деятельности. Лично я потрясен и растроган. На ТД и ТП. Ты хоть с тетей Симой-то виделся? Ну а как же, тетя Сима! Всех родственников обижала. Ты уж начал, как всегда. Ожидается большой сабантуй. Ты прими меня снова, дом покинутый мой, без дороги из дома,
нет дороги домой. Я очень вас прошу, и жена моя тоже очень вас просит завтра к нашему столу, и вас тоже. Ведь внук-то, считай, от гибели спас. Уж вы непременно, Александр Николаевич. Хорошо. Вот. Ну, Сашка, я смотрю, ты прямо на расхват, а? Ну, да. А где Трофим Петрович? В Коптево уехал принимать роды. О, ты уже и окрестные деревни знаешь, а? А здесь всем компания. Не смотри на него. Ну, не смотри так. А ты мне не указывай, я тебе не жена и не невеста. А клиника наша оборудована по последнему слову науки и техники. Шеф наш знаменитость, во всем мире о нем статьи пишут. Ну, от иностранных делегаций так просто отбоя нет. Послушать тебя, Владимир, вроде бы в этом весь смысл. А я знаю другого Владимира. Тут, на нашей земле, открывал он для себя Россию. Здесь начиналась для него и клиника, и академия твоя зубцовская. Жизнь, правда, по-разному складывается. Увезли его родители в город, потом с матерью больной к нам вернулся. Схоронили мы ее. С тех пор, Володя, редко ты к нам приезжаешь, а зря. Тут для тебя начало всех начал. Давайте пожелаем себе, чтобы наши дети не забывали землю своих отцов. И чтобы в наших избах побольше было праздников, таких как сегодня. Матвей Иванович, получил я вчера из районной больницы все ваши старые снимки и анализы. Вы тогда после консилиума испугались. Так вот, дорогой мой Матвей Иванович, ничего страшного у вас нет. Просто банальная язва желудка, жесточайшая. Кстати, тема будущей моей диссертации. Операция нужна. И срочно. На операцию я не лягу. А чего же? Некогда. Горячая пора. Ну, я заметил, тут у вас всегда горячая пора. Да и не хочу рисковать, если честно говорить. Не доверяйте мне. Не так понял, Саша. Не тебе не доверяю. Своему здоровью не доверяю. А вдруг... Что вдруг? Жаль. Жаль, Матвей Иванович. Жаль.
Давайте знакомиться. Тамара. Нина. Вы так умеете? Нет. А шейк? Тоже нет. Вам у нас нравится? Нравится. А вы что, вы с Александром Николаевичем вместе в клинике работаете? Нет, не вместе. Тамар. То, говорю, не ходи. Глупость, Нинок. Сама не знает, чего хочет. Вдали музыка и огни. Вот она и бегает за этими огнями. Ты что, как будто оправдываешься? Какие-нибудь цветы или трава? Не знаю. А что это за птица? Не знаю. Сашка, мы многого с тобой не знаем. Угу. Ой, даже к дождю-то относимся, брать зонтик или не брать. Уж я не помню, когда по траве бегала босиком. Да, вот до чего нас доводит городская суета, конечно. Совсем разучились смотреть на небо в городе. Ну, а такая тишина может быть только здесь. А жить здесь смогла бы, а? Ты знаешь, я чувствовала, что ты меня об этом спросишь. Ах ты моя догадливая. Мать, где она теперь? Может, превратилась в деревья на этом кладбище? В этом поле? В рожь, в васильки? Ты прости, я не хотел огорчать тебя, но я много думал здесь о нас с тобой. Мне непонятно, почему тебе так трудно приезжать сюда. Не могу я тут. Понимаешь, не могу. Я приезжаю сюда будто наказан. Но почему? Ну да, я отсюда. Правильно он вчера говорил. Здесь мои истоки. Но я для них чужой. Ты понимаешь, чужой. Почему? Да потому что я городской, понимаешь? Я весь насквозь городской. Ну да, я выработал себе образ жизни, и он мне нравится. Понимаешь, нравится. Идите вы все к черту. Сашка, пойми, я врач, это во мне главное. За операционным столом я сделаю все, что могу на 100%. А здесь я им не могу быть, понимаешь? Мне необходим город. Моя холостяцкая берлога, толпа, в которой легко затеряться. Отработал свои 8 часов. И сам себе хозяин, остались 16 часов мои.
А здесь шалишь, голубчик, отдай им все свои 24 часа в сутки. Ты для них пример, ты для них опора. Ты у всех на виду, и они ждут от тебя этой чертовой деятельности. Добра, как говорится. Но я не способен им дать то, что они от меня ждут, понимаешь? Я не герой. И когда я здесь плохо, не только мне плохо. Плохо тете Симе, Трофиму Петровичу, даже Гущину. Так за каким хреном, скажи мне, сюда приезжать? Действительно, за каким хреном? А теперь я тебе скажу о твоем героизме. Хочешь знать, кто ты на самом деле? Ну? Да ты разрушитель жизни больше, чем я. Почему? Да потому что я не оставляю им никаких надежд. Я был тут в отпуске дважды. А ты? Они же восприняли тебя всерьез, понимаешь? Они же поверили в тебя, идеалист и несчастный. Вот уж никак не мог подумать, что ты... Да ты же стал им нужен, пойми ты. Послушай, ты что думаешь насчет Гущина? Надо срочно оперировать. Да, а он ни в какую. А тебе бы он доверился? Мне тем более нет. Да я бы ни за что и не взялся. Почему? Видишь ли, Гущин для меня самый близкий на земле человек. С моим отцом воевали вместе. Батя погиб, я не помню его. Гущин воспитал меня. Самое яркое воспоминание детства. Сижу у него на коленях и ем гречневую кашу. Хм. Мать умирала, твердила, береги его. А если я все-таки уговорю его? Едва ли. Я его знаю. Но даже так, ведь после операции необходимо длительное наблюдение. Договорюсь с шефом. В крайнем случае уйду из клиники. А диссертация? Ну, а что диссертация? Ты что, решил остаться здесь? Ну, с чего ты взяла? Скажешь, что же, остаться здесь... А почему, собственно, и нет? А диссертации? Материал для нее и здесь есть. Нажми еще разок. Все? Все. Ну, что задумалось? Вот Трофим Петрович Зубцов, мой первый учитель, говорил, что в каждом человеке заложена сверхвозможность. Нужно только перейти некий рубеж, и ты состоялся как личность. Я подошел к этому рубежу и остановился. А Сашка... Только ты учти, он без тебя не сможет. Я люблю его. Поехали. Ты что, порошками пожар тушить собираешься? А ты трактором? Ну, трактор везде сила, ладно? Садись, подвезу. Да нет, я быстрее тебя добегу, Саша, там. Саша, опять Саша. Везде Саша да Саша. Сейчас. Дима, перестань, я Дима. Не перестань. Я не помешаю. Что стал? Да ты, ферма горит новая, а ты стоишь под суд. Да вот он заглохнул. Под суд отдам. Скорее, Тамара, садись в машину, вместе поедем. Газ давай! Пошел! Тихо, осторожней. Thank you.
держит его. Телят выпускал. На него балка. Телят-то спас, а сам... Такие всегда на рожон лезут. Александр Николаевич, спасите его. Что с ним? Гемоглобин 15. Вероятно, внутреннее кровотечение. Нельзя терять ни секунды. Да. Случай безнадежный. Ну что ж, будем бороться до конца. Зажим. Еще зажим. Тампоны приготовить. Еще. Респиратор дайте. Держите. Не так. Так. Зажим. Не тот, другой. Что-то они долго там. Откуда он, не знаешь? Да вроде из Грачевки. После школы механизаторов сразу к нам. Родные ничего не знают. Да. Ой, горе-то какое. Да. Приготовьте отсос. Давление 110 на 70. 80. Подождите-ка. Оттяните. 60. Оттяните. Сильнее. Ну уже! Давление не определяется. Адреналин в сердце. Шприц, длинная игла. Кровь струйна. Черт. Появился пульс. Давления и пульса нет. Он умер. Зрачки расширены. Александр Николаевич, выйдите на воздух. Вы уж тут сами идите. Да-да. Да. Ну что? А? Трофим Петрович! Сейчас, сейчас, как погодите, Димка? Подождите. Подождите, минуточку, минуточку, подождите. Сейчас, сейчас, сейчас. Операция не помогла. Да и не могла помочь. Он умер. Дима! Что? Боже мой! Боже мой, здесь, здесь, здесь. Извините, я сама не знаю, что говорю. Я во всем виновата. Я во всем виновата. Опомнитесь. Димочка мой. Пойдемте. Идите. Успокойтесь, тихо, тихо, тихо. Тихо, идемте, идемте. Спокойно, спокойно.
четвертый день без всякого аппетита. Да не ходи ты, Сашенька, ну их. Знаю я их. Все одно не придут. Здравствуйте, утро, Саша. Петрович. В больницу? Ну, пошли вместе. Я понимаю ваше состояние. Но ведь мы с вами сделали все, что могли. И совесть должна быть спокойна. Здравствуйте. Несколько дней нет ни одного посетителя. Терпение, Саша, посох врача. Здравствуйте. 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 Сегодня приходил Трофим Петрович. О вас говорили. Папа совсем уже не встает. Добрый день. Как самочувствие? Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Как здоровье? Ремонтироваться иду. Добрый день. Здравствуйте. Не боитесь, Матвей Иванович? Александр Николаевич хирург, каких в столице по пальцам считают. Ясно. Можно? Войдите. Ну, Саша, вот и я. Назначай день. Только чтоб недолго. Некогда мне по больницам валяться. Поздно, Матвей Иванович. Я солдат, Саш. Вот по этой дороге однажды вернулся с войны на родину младший лейтенант Гущин. И знаешь, кто по ней ко мне бежал первым? Шустрый такой пацаненок, Володька наш.